Жизнь в деревне далекая текла размеренно и неспешно. Как всегда и бывает, когда нет интернета, а компьютеры используются не совсем по назначению. Так продолжалось бы вечно, если бы неугомонный Василий не привез хорошие новости от Триколор ТВ. Василий, что ты опять затеял? Интернет подключаю. Интернет? Да у нас срок такого не было. Не было? Так теперь будет двусторонняя связь. Во как! Ёрики-триколорики. Благодаря Триколор ТВ новые технологии появляются в отдаленных уголках нашей страны. Подключайте спутниковый интернет. Получайте доступ к интересным сайтам. Общайтесь с родными. Спутниковый интернет Триколор ТВ. Там, где есть электричество. Ёрики-триколорики, понимаешь?